1 сентября всего 3 дня, и школы Кубани заканчивают подготовку к учебному процессу. Сегодня общеобразовательные заведения всех районов края получили новые автобусы. Ключи от 22 местных ПАЗов вручили в баскетхолле. На торжественной церемонии присутствовал губернатор. Вениамин Кондратьев осмотрел автобусы и прокатился в одном из них. Первое, что отметил глава региона, это наличие современной системы безопасности, которой оснащены салоны нового школьного транспорта, в том числе спутниковые системы ГЛОНАСС. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно, чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы – это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные, это, конечно, и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. 70 новых автобусов уже доставлены в районы Кубани. Школьный автопарк Краснодара пополнили 4 новые машины. Городские власти отметили, что это очень кстати. В четверг в краснодарских школах ожидают рекордное количество учащихся – более 100 тысяч. Свыше 14 тысяч из них – первоклассники. Учитывая то, что в нашем городе очень много детей пользуются школьным подвозом, и мы порядка 7 тысяч школьников ежегодно подвозим к местам их постоянного обучения, то, конечно, такой подарок в виде 4 автобусов для нас является большим подспорьем. И я думаю, что наши дети служат того, чтобы на современных комфортных автобусах, которые соответствуют всем нормам ГОСТа, имели возможность пребывать на обучение в своей школе. Сейчас в школьном автопарке столицы Кубани 71 автобус. Вместе с новым поступлением будет 75. Они будут перевозить детей, живущих в пригороде, чья дорога из дома в ближайшую школу составляет не менее 3 километров.